Да во-во-во-во-во-во-во! Назад шкаф, сука, вот шкафу и сиди там, блядь. Тут тараканы, блядь, сука, расплодились, блядь. I hate the light. Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики. С вами снова я, Лёха Смертник. Если вам вдруг еще не исполнилось 18 лет, то попрошу подальше отойти от экрана, так как это новая, экспериментальная рубрика. Борцов со злом, блять, сука, меня постоянно пугает в этих ёбаных хоррорах. Теперь мы будем идти и убивать, сука. История следующая. Мне позвонил мой друг, сказал, что в его блядском доме завелось привидение, блядь. И что для этого, сука, надо отключить везде свет. Так, хорошо, отключаем везде свет и пойдем в дом. В этот блядский дом, где непонятно, что происходит. Говорят, что там завелись, сука, тараканы, блядь. Сейчас я буду искать этих тараканов, блядь, сука. Давай, зашли. Все, нормально. Выключаем везде свет, блядь. Потому что вся хуета вылазит только когда выключить весь свет. Сука. Так, следующий рубильник, блядь. Давай. Блядь, таракан ебучий, вылази уже. Вылази, блядь. Я выключаю свет, ты видишь? Ты видишь, блядская натура, что я везде, сука, выключаю ёбаный, блядь, и мать его, свет. Давай. Где же ты, сучка? Приди ко мне, блядь. Ну же. Последний свет. И теперь мы начинаем играть, сука, в догоняшки, блядь. Так, я чё, не выключил где-то свет, блядь? Чё за херня? Где ты, блядь? Где ты лезешь, сучка? Лезь назад, блядь! Кому сказал, блядь? Назад, сука, под кровать, блядь! Вон она, блядь, ползает, смотри-ка, блядь! Лезь нахуй назад! Назад лезь, блядь! Всё, блядь! Где ты, блядь? Ты чё, блядь, сука, под одной и той же кроватью, что ли, гасишься, таракан ты, блядь, ебучий? Ах ты ж, блядская пиздопроёбина, блядь, а? Не ожидала такой дерзости, блядь, привыкла, сука, меня пугать. Чё, здесь лезешь, блядь, под этой кроваткой? На тебе свет, блядь, назад. Назад, сука. Где? Да тебя, походу, не доперло, с кем ты, блядь, связалась. Да? Назад, под кровать, сука, там и лежать, блядь. Опять, смотри-ка, блядь, а. Назад залази, блядь. Молодец. Под кроватью, нахуй, батя в здании, блядь, понятно? Ну, блядь. Походу, сука, я... Ай, перепутал! Ёбана, блядь! Ебать! Вот это да, блядь! Первый раз, сука, вижу, чтоб из выключателя рожи вылазили, блядь! Ты чё, блядь, с камина, что ли, лезешь? Вы чё, блядь, охренели все, что ли, здесь? Чё, блядь, за хуйня здесь происходит? Да во-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 
Тут тараканы, блядь, сука, расплодились, блядь. Опять, сука, лезет. Смотри-ка, блядь, а. Да ты чё, блядь? Ой, я картину нашел. Охуеть. Ну же, блядь. Как ты лезешь, блядь? Я свет врубил.
Да, блядь, ну смотри-ка, сука, блядь, под кроватью, под моей прячется и все. Я тут сплю, между прочим, блядь. Я не люблю, когда такая хуйня у меня в доме происходит. Опять, что ли? Тебе не надоело, сука, под моей кроватью прятаться, блядь? Здесь у меня дети спят, между прочим. Смотри-ка, лезет, блядь, и все, хоть убей. Тебе вообще, что ли, на все насрать, сука, под кровать, блядь? Кому сказал? Нет, блядь, смотри-ка. Вот это, сука, блядь, создание. А ты чё ржёшь, блядь? Всё, блядь. Нихуя себе. На этом, видимо, у нас дезинфекция закончилась, блядь, всё. Проверьте аккумулятор, блядь. Видимо, чё-то зарядили. Ну всё, ребят. Всем давайте пока. Если видос понравился, лайкосик, конечно. И скоро выйдет новый видосик. А я, наверное, до УАЗика до своего потопаю, блядь. К друзьям поеду. На пиво, на дачку. Хотя, судя по ночи, я уже, походу, на тусу не успел. Давайте, увидимся. С вами, как всегда, вы, ребят, был я, Лёха Сметы. Всем удачи и всем пока. Понравилось видео? Жми подписаться, будь мужиком, жми на колокольчик, жми на эту галочку, тогда ты будешь узнавать обо всех новостях на моем канале. Не забывай, ты мужик, либо ты мой лучший подписчик, жми на лайк, лайкай видео, оставляй комментарии. Пиши что-нибудь, пиши, Лёха, ты классный. А теперь совсем немножечко рекламы. Вокруг вы увидите несколько окон с разными моими новыми видео. Жми!